За задротство. За задротство. Кружит, кружит. Оператор, снимай нас, нас кружит и кружит. Билеты по 300. Пацаны, сосаться, блядь. Пацаны, вот он и раскрылся, блядь. Камин-аут. Всем привет. Второй спецвыпуск. Сегодня у нас опять новый состав. С нами... Всеми любимый Александр к нам присоединился. Есть там... Дэну передай привет. Денчик. Дэн, Денчик. Тебе привет. Давай. Красава. Никита, смотри, сейчас Никита Анатольевич. Пушка. Ну и, собственно, я. Сегодня мы снова в необычном месте. На заднем плане, не знаю, если видите... Не видите, хрена, ни хрена вы не видите. Белые ночи, но не такие уж они и белые. Сегодня... темная башня. Темная башня, да. Как у Стивена Кинга. Ну, знаете ли, зато не баркас. Сегодня мы будем пить всякие сауры фруктовые. Постарался я найти от питерских и не только питерских пивоварен крафтовых. Так не делай, да, он мне сказал. Да, давайте сразу к делу. Начнем с Стробери что-то там от... Хороший выпуск. Что за опять собрались на такие? Начнем, пожалуй, со Стробери что-то там. Да нет, просто читаю. А чем же мы продолжим? А мы продолжим джазовое что-то другое. Давай, давай. Парень короче, просто сидел два часа молча и такой решил ворваться. Ладно, я разливаю и будем потом рассказывать, Саш, что это. Слушай, а ты когда пару часов не поговоришь, потом просто, блядь, людей заебаешь на улице. Я думаю, минут 30. Сауры это... Максимальный разъеб. Закисленное пиво. А здесь сауры с добавлением всяких фруктовых вкусняшек. Что значит закисленное пиво? Ну, значит, есть такой способ. Ну, они закисляются. То есть они после варятся, сусло. Потом падает его pH за счет либо кисломолочных бактерий, либо вариант там... Ладно, я спросил просто, чтобы не казаться самым душным. А получилось, что все равно оказался. Короче, пивоварня On The Bones, это наша питерская пивоварня Ленобласти. Они вообще специализируются на... Что-то перцем прям пасет. На этих самых, на сидрах. Но вот On The Bones? Да, On The Bones, на костях. Конечно. Но здесь, как, короче, базилик, стробери, это что у нас, клубника, да. И лемонграсс. Стробери. Ничего из этого здесь нет? Не, ну, пах, газе. Хватит ржать надо мной. Ну, блядь, стробери что-то там, ёпта. Что? Стробери что-то там, стробери что-то здесь. Это все смешиваем, и получается замечательный фруктовый саур. А ну-ка. Что за анука вообще? Анука. Ты реально тебя прорвало что-то. Кстати, нормально. Кислая, кисляк. Кислый, да. Нормально. И пивом воняет. Ты максимально под свою ЦА подстраиваешься. Подожди, ты трезвый? Да. Mm-hmm. Ну, пока. Он долго ждал. Ну, мне не нравится. У него что-то как нормально или не нравится? Ты забыл, он человек, который перебывается. Свич. 6 раз в секунду. Свич, да. Короче, какое-то оно... Не знаю. После сначала глотаешь нормально, а после вкуса говно. Ты сейчас в порнофильме каком-то снимаешь? Ну да. Короче, в аромате черти что. Какие-то тряпки там. Засадил. Слушай, начальная плотность 11, алкоголь 4,5, IBU 7. Ну, на них оно, в принципе, есть. Такое легкое. Слушай, мне нравится, как оно кислит и как бы вообще нормально, без претензий. При этом нету вот этого говносмузи никакого и вполне себе лайтовое такое. Вот, кстати, вот это крутой вариант. Типа, ты сел на пляже и выпил его. Единственное, базилик... Базилик... Можешь ходить. Да, и можешь расходиться. Базилик и лемонграсс здесь как-то не очень чувствуется. Ну, я тоже не чувствую. Он в запахе есть базилик. А лемонграсс это кто? Ну, это лемонграсс, такие... ну ты знаешь. Это как стробери, только лемонграсс. Что-то там? Я не знаю, но это уже не для аудитории, Саша. Похоже. Это же стробери, это если что-то там, то лемонграсс. Это вообще пиздец, хуй пойми что. Пизду, не буду вам говорить, что такое лемонграсс. Ну давай, давай, Википедия, давай. Лимонная трава. Вот. Нет, короче, если дословно. Это такая хрень со стринкой, типа... Короче, это специя. На имбирь немножко похоже, наверное, но не такая. Ну, короче, по консистенции. Короче, мне понравилось. Да, прикольно. В Антапте 3,75. Лемонграсс тебе за щеку тогда.
Спасибо. Я допил, пошел, это мне нравится. Пошел, назад, порно-тема пошла, Никит. Кстати, есть... Ничего. Семейная жизнь. Полезная просто. Лимонграсс. Подрочка пошла, что происходит. А бокалы будут меняться в этом выпуске или нет? Будут. То есть допивать обязательно? Конечно. Или нет? Ты как-то нет, ты можешь... не похож на того парня из Литры, он бы все хлопнул одним глотком. Я тебе для человека, который любит пивасик за 40, скажу, что каждая из этих баночек стоила порядка 250 рублей. Так что придется допивать. Твой, как сказать, внутренний одессит должен тебя говорить, что не, выливать такое нельзя. Внутренний одессит? Ну, у тебя же есть корни одесские. И только ли он внутренний? Или по паспорту? Давай, ты пока допивай, я достану еще бокальчики. Так, поехали. Помнишь, что красный нельзя на яхте выливать? Да. Красный. Второй... Вопрос, про что выпуск? Про... Раз уж мы первые осушили. Про красивую жизнь. Видишь? Про кисляки, но фруктовые. То есть хорошо. У нас были... Кислое будет все. Томатные газы, это по сути... А где он был? Он был... Вот здесь. Вот да, вот там над Никитосом появится ссылка. Над Никитосом? Обычно давно только Путин появляется. Что-то новое. Рядышком. Ну, в этот раз ссылочка. Короче... Ссылочка на Колыму. Хоть он и ссылочка на родину поеду. А, ну вы достали, а чё вы сегодня такие вообще просто? Давайте шутки шутить просто как-то без этого. Короче, пивоварня Брюлок. Без Путина. Да, они сейчас представлены... Брюлок. Брюлок, ну естественно. Они сейчас представлены в масс-маркете, но не этим сортом. У них более там всякие с эти... Видел же, да, у них Кощей вот эти. Да, да, да. Мне, кстати, они не нравятся. Не, они в масс-маркете, они в Литре нет такого. Достаточно хреновые. Да, я в эту хожу, в Призму, там Литре, есть нет. Этот Кощей и все. Да, а это у них фрутат саурель. Десертный джаз. Вот это будет шляпа. А пахнет очень вкусно. Да, вот это будет шляпа. Почему? Сладкая шляпа. Пахнет дешевой шоколадкой. Слушайте, ну... Да, кстати, пахнет дешевой шоколадкой. Задорого. Ой, ну прикольно, кстати. Я люблю дешевый шоколад. Не, на запах знаешь, не нравится. Знаешь, это советской постилкой внутри. Да. Вот. Мне типа, все думаешь, нравится. Что это шоколад, это кусок говна. Вы уже попробовали? Не, запах мне нравится, он прикольный. Вкус? Вкус, кусок говна. Вкус. Он пустой. Ну, как бы, не знаю, что тут. Слушай, черника, шоколад и кокос у них правильно написано. Все здесь есть. Кокосом пахнет. Я кокосом. Котом кокосом. Ну да, кокос в запахе есть, но во вкусе, ну, черничка, какой черничный компотик. Шоколад. Такой. Больше шоколада. Да, шоколад прикольный, шоколад кокос. Шоколад и кокос. А вот во вкусе. Не, мне это вот это больше нравится, чем то. Во вкусе такой, чем знаешь, остаток от варенья черничного, ты заливаешь его кипяточком, чтобы в банке помыть. И да. Вот так, как раз такой разбавленный. Точно, точно. После литры Саня заходит и это делает. Ну, естественно. Я просто банки эти собираю и промываю. Ну, потом. Столько раз сполоснуть. Компотик получается. Столько раз повторили слово литра, что, мне кажется, они нам уже должны занести. Да они, может, уже и не существуют, их или есть еще. Есть, они куда они денутся, мне кажется. Монетка упала в канал. Я просто когда начну легализовывать свое пьянство, так. Я буду открывать магазины, которые будут называться литра. И все будут такие, а, мы где-то слышали это. Конечно. Название. Заметьте, как нас красиво повернуло. Снимай скорее. Ветер просто оттуда подул. Ну и все надо. Нет, он мне в затылок херачит. Мне тоже, как такое возможно? Не знаю. Походу мы вихрь какой-то словили, блядь. Кружит. Оператор, снимай нас, нас кружит и кружит. Как нас закрутило это пиво. Короче, аромат прикольный, на вкус очень разбавленный. Не согласен, пойдет. Это пойдет. Вот то так себя, это пойдет. Тебе второй больше понравился. Лимонграсс, и мне вот больше понравился. Ну, и я же... Там... Этот я буду чаще вдыхать. Ну, это, честно, какой-то тупорылый компот. О, а тот... Вот а опять эта высокомерная вот эта шляпа пошла. Снобская. Зато комментарии будет... Там, 2-3 точно. Это уже больше 3 раза, чем один. Здесь, конечно, не поспоришь. Ну ничего, пока... ну, мне не очень нравится. Ну хорошо. Мне ну больше... дайте банку посмотреть. Тоже, да, вот намотано. Вот да, они все. А мы будем вискарь когда-нибудь подливать в пивасик? Вискарь? Да. У нас был в выпуске про барливание. Красный эль с черникой, шоколадом и кокосом. А он красный эль еще. Где вообще, в каких магазинах продается? Мирбир. Вот это все куплено в одном магазине Мирбир. Мирбир. А вообще еще что есть... не литра, так что понятнее было. Есть ВВБ. Сеточка, там тоже очень что большой ВВБ. Выбор. ВВБ, да. Ну или в любом крафтовом баре, где. Я тебе, кстати, все завез из ВВБ. Да, я заметил по пакетику. Короче, давайте допивать и поехали до третьего. Да. Супер. У нас там пишется, тут пишется.
Третьи ребята — это Reward. А я ненавижу их. Ну, они очень нестабильные. Они купят страйк. Они нестабильные и, скажем так, часто... Что стабильно в нашем мире? А вы знаете, этот бокал похож на тот, с которого я уже пил. Просто с полоснутой. Это может такое быть? Нет, это всегда новые, мы же богатое шоу. С полоснутой. С полоснутой. Кстати, вот можно, кстати, заметить, что мы вот как-то все равно у нас... пейзаж. А можно камеру поднять, показать, там, я не знаю, что-то на заднем фоне? Нет у нас такой опции? Нет такой опции. Камера статична, понимаешь? Не динамична. На шурупах. Нет, ну я не знаю, ну подсветку. Знаете, сколько она стоит? Сколько? Сколько мы вложили в это все? Налогов? Ну, мы налогов, я не знаю. Это вот, знаете, вот с теми двумя люминесцентными полосками, что Тёма притаскивает обычно, вообще в сравнении не идет. А оно даже не попадает в кадр. Понимаете, то есть настолько богатое шоу у нас. Мы просто в дым просто это все превращаем. Прям малиновое какое-то варенье. Ну давай, Жень, что это? Imperial Gazé with Raspberry and Lychee. О, господи. Розбери, я прям вспомнил про My Heart. Малина. Да? Малина, да, и личи. Let me speak. Виз. Личи. Виз. Да, ну, оно, может, и не надо. Мы для российского обозревателя. Очень интересно. Стоит ли пробовать? Вкусно, вкусно. Нравится. Он вкусный. О, так это реально варенье. Это реально варенье. Вот так на запах. Просто в воду кинули. Да, ну на вкус. А что? Дай банку посмотреть. Реворд ваш. На вкус он прикольнее, чем вот эти два. Midnight Project. Он поплотней. Да, он супер. Он не такой супер кислый. Скажем так. Вообще, вот это вот все мне нравится. Я понял. Я вот этот вот. Четыре. Монится шляпа. Ты в тэпке ставил кому-нибудь 5 баллов? Да. Кто это был? Джеймс Браунелли. Слушай, кстати, 4.5 ставил Джеймс Браунелли. То есть ты мне говоришь, что ты поставил так мало? А сам 4.5 поставил. Ты говнарь, вообще там залепил 3.75 или 4. Нет, там 4 что-то... у меня 25, по-моему, стоял. 4 у тебя 4, стоит 4, там, 4, да. Ровно. У меня ребята в Астрахани я привез, там, типа, на пробу дал ребятам. Они 5 поставили, блин. Молодцы. Слушай, рыбу я твою съел, такая привет. Вкусная. Да, вообще офигенная была рыба. Да, надо да. Еще привезти. Да, давай. Так вот, можно доплыть? Я, кстати, это моя мечта. Это моя мечта дойти до Астрахани. Но! Я думаю, что нужно подождать и купить лодку побольше. И с дизелем. На дизелях, на валах, и я пойду. И главное, я не забыть закупиться в Литре. Возьмешь? Да. Я возьму вас, наверное, будете на этапы разные прилетать, улетать, и пойдем в Астрахань, в Волгоград, туда. А ты же знаешь, там места какие-то? Этапы... Рыбные места, где куда? На дальний кордон. Рыбные места, конечно, все же знают эти астраханские рыбные места. Нет, мы же будем идти все лето, это же будет целый проект. Вот, поэтому... Вот такая медленная яхта? Ну, там недолго. Ну, нет, ну мы не будем не торопясь. В кайфушечку, да. Мы будем в кайфушечку. Встали в Твери, побухали. Да, в Мандраге сходили, посмотрели. Ой, Лёли. Вот это все, вот это вот там. Зодчество, понимаешь? Зодчество. Не понимаю. Приехали в сауну, а там, ой, Лёли. Краеведы такие. Ну, вот так. Мы назовемся экспедицией. Что у вас писечные? Ой. Ну, не знаю, ребята, это вообще все не мои стили. Ну, это... Попиздеть я про все готов, но... Ну, я понял, да. Ну, когда дело дойдет, тут уже извиняйте, да? Все, да, извиняйте. Прыгнул на баркас и скатился в закат. Да. Реворд, главное, чтобы движки завелись. Не, хороший, мне понравился. Реворд меня извинит. Алкоголя 6,9. Для кого это все? Горечь 10. Бля, мне не нравится. Для больше 40 рублей. Для бергиков. Ну вот смотрите, опять сколько, 200? Сколько в Литре можно пива купить за 200 рублей? Литра 4. Нет, да или нет, нельзя? Два. Ну не два. Или два? Два. Ну я в Литре чаще покупаю, чем ты. Ты только говоришь об этом, понимаешь? У меня все в районе, вот в моем микрорайоне закрылись Литры. У меня теперь стоп-кран, ебать. Что такое стоп-кран вообще? Что такое стоп-кран? Ну вот такая стоп-кран. А может это Литра сделала ребрендинг? Да. Стоп-кран. И что там? Не заходил? Нет. Я дальше шавермы не хожу. Корона шавермы. Так прям это. А нас еще мухи засиживают. Мы вместе с камерой шатаемся. Я боюсь, что наши зрители сейчас там такие... Да, они не видят ничего, камера-то тоже шатается. Ну, горизонт-то у них шатается, наверное. Да там за нами ничего не видно, все засвечено. Давайте что-нибудь это подытожим здесь. Давайте. Хороший, плотненький, не супер кислый. Я так скажу. Да так себе. Ну и по алкоголю он нормасы. Давайте третья я пока... Третья волна ковида полетела. Четвертый я привит, мне похуям.
Ну, в это, в, как это, книжечку, как ты такой называется. Молодец. Чтоб везде у меня было прописано. Вот поэтому у тебя 50 подписчиков. За задротство. За задротство. Короче, четвертый, брюфиншн, пивоварня. Вчера с меня вот проверили, эти, блядь, при входе на яхту, QR-код, блядь. Точно питерские ребята. Это Панэппл и что-то еще. Сейчас я свои. Почитаю. Подожди, кто это? Брюфиншн. Мы ж тебя не слушали, давай. Хэтс? Хэтс? Мы ж тебя не слушали. Мы уже тут пьем новое, а ты все не можешь засосать этот компот ебаный. Как ты вообще в литру ходишь? Слушай, там все, нету полторашки. Там нету, блядь, это развод сюда. Как вот пропаганда. Да нету классики. Все какое-то вот. Вот это ваше. Запах прям отлично. Да куда уж лучше. Давай. Ну, это хоть нас... цвет какой-то получится. Слушай, а у тебя получится, знаешь как? Ты достаточно так энергично допиваешь, мне кажется, ты можешь нахуяриться. Естественно. Единственная цель его, как понимаешь, что у меня машина припаркована, все. Это моя цель. Ну, ты как резидент. Я сюда прихожу, я не скрываю, чисто побухать. Хорошая компания. Что такое юзу? Че? Ну, есть... Панэппл, юзу и кардамон. Ягоды. Это ягоды, типа фит-ягоды, как называется. Для фитоняшек? Мне да, даже не нравится, какой запах. Ягоды юзу, типа, очень полезные, там, и все это говно. О, и, кстати, соленые воблы пахнут. Ананасик в ков... Не чувствую. Ау. Ну, кислый, как кислый ананас. А ну, какой-то пробуем. Кардамон там тоже есть. Мы чокались? Вот кусок говна. Нет, ну, давай еще. Я можно не допивать? Кому понравилось, я вылью вам. Мне нравится, что там пахнет ананасом, а во вкусе есть ананас. Ананас бомба. Так это просто перебродивший, знаешь, из консервной банки. В прошлый раз знаешь, что делали? Ну. Короче, мы с Женькой рулили. Разрабатывали рецептуру. Разрабатывали рецептуру газети. В прошлый раз чего? На прошлых съемках. На прошлых съемках. Я, короче, сидел 15 минут, пил классическую газеху, снимал это все на видео и, короче, мутил... ананас, имбирь смешивал и острый перец. Где? В стакане. То есть он купил просто газеху максимально классическую и туда добавляли мы понять, сколько надо чего добавить, чтобы было вкус прикольный. А чтобы дальше мы понимали, что мы жестко нажремся, потому что мы 3 выпуска снимали про крепкое пиво, вот, и чтобы это все не забыть, кстати, у меня видео остались, я тебе скину. Хорошо, мне не помогут. Чтобы это все не забыть, я снимал это все на видео, это, блядь, видео просто супер. Я такой в конце, а пошел, короче, в магазин рядом, и надо было купить сито. А я там сита не было, и я купил, короче, такое, знаешь, огромное сито. На сковородку, которая накладывается, чтобы не брызгало. Да, и я, короче, купил такое огромное сито и сверху, ну, процеживал, когда, в общем, там все залили. Парни, вот потом. Не тем вы занимаетесь. Все это, конечно, лодку надо, лодки надо вкладываться. Не, ни хрена. Жень, кстати, ты мне сколько лет назад обещал купить классический советский пивной бокал. Где он, блин? Подожди, я купил даже уже. Ну, кому? Так они на дачу уехали. Я куплю тебе, Саш, не купи мне классический советский бокал. Я туда буду. С ручкой такой? Как ты мне подарил? А я тебе какой подарил? Ну, такую пивную кружку, две такие прям вот с... граненую с такой с ручкой. Ну, вот типа вот, того, да. Я не понимаю, в форму бочковитой. Ну, да. Вот посмотри в советском кино, когда пиво пьют, и так еще. Когда жить хорошо, да, вот эти как. Я не понимаю, вот зачем мне это нужно, но посмотри. Нет, ну все, и мне вот я рыбку мне привез так хорошо, я так ел. Поехал. Ты ему рыбку привез? Да. Я тебе тоже привез. А где? Такой начал. В смысле, я тебе ждал. Мы ждем, да. Ты че, блядь? А где моя рыбка? Ты чмо, рыбу не ешь. Может, ты перепутал, бля, сейчас словами стану как-то. Чмо ты не ешь рыбу. Я вроде и так верно. Смысл тоже. Нет, он же не ест рыбу. Не ест рыбу. Все, не важно. Важно знак внимания, понимаешь? Ну ладно, бро. Фоткаю ему, пришли. Ты моя рыбка. Ну сегодня. Ти моя рыбка. Ты моя рыбка. Ти моя рыбка, Фатима. Так, ну что, вот как бы не допивать это? Мне не понравилось. Это прямо лузерское пиво. Охрененно. Мне больше всего понравилось. Вот и тебе, Лей. Мне тоже понравилось, да. Вот это вообще отстой. Я не знаю, мне все нравится, но третье пока лучше. Громкоговорящего Орлана. Третье лучше. Вообще не зашло мне вот это. Мне второе понравилось из всех этих компотов. Слушай, оно прикольное. Мне нравится то, что там Орландо Блумо. И травка какая-то. Орландо де Блю. Как я вас люблю. Дабуди, Дабуда. Фанат. Я ваш фанат, блядь. Да.
Мы выступать будем скоро в Олимпийском. Билеты по 300. Хорошо, ладно, ладно. Скажите про это пиво что-то уже. Вкусное. А то сейчас про Артура Пирожкова буду рассказывать. Короче, выпуски начинают затягиваться. Сейчас я... А сколько минут у тебя хронометраж? О, по-разному, нам, 15 кстати, минут. Сегодня комментарий услышал, что мы слишком долгие у нас выпуски. Долгие? У нас разные по длине. Поговаривать сейчас в тренде выпуски по 3-5 минут. Да, слушайте, вы не понимаете ничего. Я не знаю, я смотрю некоторые выпуски по полтора часа. Да. Женя, ты нетипичный потребитель контента в YouTube. Поэтому для всего есть свои... И как ты их смотришь? Я их слушаю. Ты едешь в пробке. Там, не знаю, там что-то делаешь, да, и параллельно смотришь. Да. Женя. Да. Короче, ты смотришь YouTube как классическая баба, потому что если ты не смотришь на экран в этот момент, когда ты слушаешь голос, то считаешь, что ты информацию не воспринимаешь. Слушай, Ксюха готовит и смотрит, параллельно у нее там всякие интервью, там всякая шляпа. Так когда у тебя ты смотришь интервью, тебе зачем смотреть на двух чуваков, которые сидят? Да, а если я что-то делаю, я не могу отвлекаться уже на это, понимаешь, у меня все здесь. Яичница горит, ебать. Не знаю, я просто включаю. У меня все здесь, я наливаю так пиво, я вот вообще... Весь мир подождет. То есть ты пузырики, как там, наклон бокала. На одном действии я сконцентрирован. Шоколадный стал. У меня фоном идет и вполне себе очень заходит информация. Если это как... Если это какой-нибудь там, не знаю, отчет о дрифт-турнире, то, конечно, ты смотришь это. Дрифт-турнир, ебать. Классическая баба смотрит дрифт-турнир. Можно прямо смотреть. Моя реакция на классический дрифт-турнир. Потому что ты там просто смотришь, ну, саму картинку, как это красиво. Если ты слушаешь подкаст какой-то или интервью, то нахрена тебе смотреть на... Если ты смотришь какую-то вонючую Дудя, вообще зачем его смотреть? Закрываешь и пьешь пиво просто. Вонючего Дудя? Вонючего Дудя. Нет, ты знаешь, почему он говорит вонючий Дудь? Нет. Скажи ему. Почему? Почему ты говоришь вонючий? Он вонючий? Нет. Потому что, короче, Никита, он как бы не уважает Дудя, потому что у Дудя позиция как бы такая. Какая? Такая. Как ее характеризовать помягче? На тоненького. Как ее характеризовать помягче? Пидорская! Знаете, политическая позиция, его взгляды, понимаешь? Какие? Какие? Вот, они такие, оппозиционные. Ну так. Вот. А надо? А Никита, он как бы... Нет, он не ультра, ну что такое? Да ультра. Ну, когда человек других мнений вообще не вспоминает, как называется? Ультра? А, ну окей, хорошо. Ультра-оппозиционный. А Никита ультра, да. Консерватор. А ультра-консерватор. Ну вот. Я не ультра. Нет. Показать? Я супер натурал. Ну окей, ладно. Кстати, вы заметили, пока мы с вами разговаривали, показались знакомые баркасы из предыдущей серии. Я уже допил простое пиво и готов... Пиво вкусное. Налей, Жень. Да, хорошо, что еще одно пиво есть. Не могло это плохое пиво быть последним. Но оно тоже ананасовое. Уже когда буду к Астрахани подходить, туда просто вот я... Покажи места. Да, 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 просто, алло, здрасте, я причаливаю. Где рыбные места? Так, ты рыбу обещал. Поехали, так, ну, пятый. А вот это? А это не надо, у нас одним дублем идет. Хорошо. Заговор. И штам. Вот, коллаба. Это, вот по это должно что-то делам. Быть прям очень-очень... Ну, заговор Европы, блядь, они все на нас хотят нас поработить. Срочно надо сплотиться вокруг лидера. Человек из Литры. Все ясно. Надо... Нас всех чипируют. Так, полегче. Никита не заслужил этого. Он хорош. А пахнет вкусно, кстати. Да. Вот даже уже я здесь чувствую. Так это... Не чувствуйте сразу тест нет, на это коронавирус fruit. Дан. Это passion fruit, это что у нас? Маракуйя. Да. А почему называется passion fruit? Потому что в Азии так называется. У меня в туалете, в моей вилле на Бали, росла маракуйя. В твоей вилле на Бали? В моей вилле на Бали, извините, пожалуйста, ребята. Пацаны, вот он и раскрылся, блядь. Камин-аут. Да, камин-аут. Sour Passion Party. Парни, да я даже туда из Литры доставил, DHL доставлял. World DHL Worldwide. Короче, это уже больше смузи история, но безумно крутой запах. Да. Круто. Химозы натащили. Нет, там настоящий, наверное, этот... Пробовать. Ну не, ребят, вот я вам так скажу, вот вообще все эти пиво, какой-то запах один, интересно, пробуешь, совершенно другое.
Слушай, ну марако это беспроигрышный вариант, честно говоря. Куда ее не засунь, везде. Ну да, она дает запаху, и да? кислоту дает нормально. Да, и кисленькая, и пахнет приятно. Вот сейчас металл защищай, вообще кислота отличная. Не, бомба вообще. Мне прям это the best of the best на сегодня. С тобой вылетели, блядь. Мы надеемся искренне, блядь, что просто большой магнит сейчас упадет с неба, блядь, и утащит тебя. Да это первый летит. Блядь, где мой самый главный подлодник? Покажите мне его. Мне нужен новый пример. Мне нужен новый премьер. Давайте, где он? Тебя заберет. Первый тебя заберет. Не нас. Конечно, мы ультрасы. И Дудя Санова смотрим. Или как он? Какой он, я забыла? Санный? Нет, он не сам, вонючий. Или какой был? Ну там разберитесь. Короче. Вот на самом деле я сейчас второй раз сделал глоток, и мне не хватило уже плотности в конце. Вся моя жизнь оборона. Как и нашей страны. Не настолько. Выпускаем хуйню. Короче, выпуск хуйня вышел. Минус два. Слабенькие на бэкэнде у нас ребята выросли. Да, блядь, извините. Блядь. Больше этого не повторить. 4 бокальчиков. Я еще понимаю, Анатолий, потому что второй выпуск пишем. Сань, ну ты-то. Бился как лев. Да нет, я бы не сказал, что я нахуярил. Нормально все. Я тоже вполне. Ладно. Короче, пиво хорошее. Хорошее, пиво отстойное, все. В конце пропадает. Да, пропадает. Хватит просто повторять. В конце глотка как-то его не хватает мне плотности. Мне больше понравился брюфиншн, честно говоря. Хотя ароматика у этого... Мой лидер номер два, который вы все захуесосили. Вот компотик вот этот пшеничный. Да, который вкусно пахнет и никак по вкусу. Вот отлично. Хорошее сочетание из всего, что здесь есть. На самом деле все они на вкус. Ну, у кого какой вкус, кто-то там больше смородина. Кто-то хорош, у кого-то не очень. Вот последние два. У кого очень плохой вкус. Да. Ну, такое. Не знаю, мне когда это понравилось. Когда это пить, кстати, вообще, все разделились, Жень? Да? Да, мне больше вот четвертый понравился. А надо сложиться. Что? Что за шутки самосвейки? Я не знаю, мы, блядь, начали. Это невозможно. Шок уже у человека. Просто срочно на берег. Ну все, не плачь, ну не плачь. Все хорошо. Дудь снимет еще что-нибудь хуевое, ты посмотришь. Еще полтора часа. Да я не успеваю уже даже дальше великого Дудя смотреть. А были времена зимой. Сядешь у камина. Зима скоро. Пустишь слезу. Эх. А родине мать. Зима близко, короче, да. Да. Питере, так надо говорить. Зима близко. Женя, подытоживай, короче. Подытоживай, короче, да. Короче, подытоживай. Все, не как ты любишь. Все баночки пиздатые, но все разные. Кстати, на мне разные вкусы. Все понравились, но вот третий мой фаворит. Куда их пить вообще? Когда их пить? Вы, летом вот и... На пляже? На пляже. Но единственное, надо смотреть по что алкоголю. Что вообще тебе хочется, тогда и пей. Да, то есть это больше летний нет, вариант. Ну, вот, нет, прям в самое пеклое надо опасаться, потому что есть вот 6,5, например. А вот алкоголя, я бы выбрал вот так, это не прочитал бы ничего. Потихонечку подтягиваешь, сидишь и такой кисленький, освежающий. Понятно. С ананасом, да, это никогда тебе говорят, допивай, ты такой... Да, да, лей на лицо. Как ты любишь. Вот, поэтому... Мы все так любим. Давайте за... подвязывать. За подвязывать. Все. Всем пока. Покупайте, что хотите. Да. В литре. Оно все нормально. Да, нормально. По ценнику ничего не скажу. В описании напишу, как обычно, что это за пиво мы пили. И... Кстати, сегодня экспериментальный выпуск. Как вообще? Интересно, да, было. Напишите вот эти два выпуска спец, которые у нас вклинились между нашими стандартными. Скажите, как вам такой формат? Будем еще что-нибудь придумывать, может быть, не знаю. Или все-таки уже кого-нибудь подслить. За борт кого-то. Все, чтобы посмотрели на Никиту. Да, Дэн? Честное голосование. Дэн, пиши еще, Дэн. Этот человек хочет честное голосование. Они вот это ваши умные от Навального. Да, блин. Короче, как обычно... Коммент, шер, подписка, все дела.
Все, пока. Мы дальше бухать будем. Кстати, какие у тебя были гости интересные? У меня, значит, во время экономического форума были гости, у них был трансфер. А вы же не снимаете? Хули я буду распинаться? Снимаем, снимаем. Да, блядь, там твои руки только на экране. А ты только на публику готов, да? Естественно. Прикольно. Если я рассказываю историю, она должна идти в миллиарды людей. 40 подписчиков. Да, как минимум. Саш, что там за люди? Вот, короче, мужики, трое таких прикольных мужиков. У них трансфер, ну, экономический форум. У них трансфер с фортов, с Кронштадта на Адмиралтейство. Люди по делам едут. Значит, ну, большой причал в Кронштадте, там на Константин было не припарковаться, и поэтому там в общем, забираю кучу людей. Значит, мужики заходят ко мне на лодку и тут же раздеваются до трусов. Мы еще отъехать не успеваем, тут сотни людей вот здесь гуляют, они уже просто до семейников разделись такие. Из литры, наверное. Из литры. Вот. Нет, они в пиджаках зашли, все, и разделись тут же. В пиджаках тоже бывает из литры. Ну, да, бывает. Чё? Ну что, поехали? Говорят, давай, бахнули, мы полетели. Вау, летим вот здесь уже в город, залетаем мимо стадиона, такая, тормози, давай около стадиона купнемся. Я ставлю вот здесь в фарватер, выхожу около стадиона. Купается, метеор пролетает, рубит пополам. Ну, мы отошли, все нормально от фарватера вокруг стадиона. Значит, жара, все, лодок до хрена вокруг, все, люди, лодки, все. Просто полностью голые раздеваются и бам, ныряют, короче, в воду голышом. Но это еще не все. Они, покупали чуть-чуть. Правительство. Ну, кто знает, who knows. Вот, значит, покупали, все, вылазят и говорят, есть полотенце? Ну, откуда же у меня полотенце? Говорят, ну, давай, дунем на Адмиралтейство, по дороге просохнем. И мы дунули на Адмиралтейство. Но уже когда мы в центральную часть города зашли, все, оделись. Бежачки, бейджики, да? Бейджики, все, да, там. Заместитель председателя правительства, и все, и вышли на Адмиралтейство, пошли по делам.